Спортсменка, уже покорившая мир, Юлия Липницкая. И, насколько я понимаю, не видел, не смотрел ни прокаты, ни произволку на Финляндии Трофи. Насколько я понимаю, это музыка, под которую когда-то катались Савченко Шелковой. Ленинград Вильяма Жозефа. У немцев совершенно пронзительной была та программа. Справиться с флипом обязательно. Он будет еще получаться чисто и стабильно, непременно. Не только у Грейси характер. Да, не срослось в начале программы у Юлии Липницкой, но она боролась до конца. Что касается вращений, то тут никаких претензий. А что касается возможного преодоления тех сложностей, к
которые продолжают, к сожалению, преследовать российскую спортсменку на том или ином турнире, то, кто знает, может быть, есть смысл поговорить о данном этапе карьеры, на данном этапе карьеры Юлии Лепницкой с Лизой Туктамышевой. Целый год у Туктамышевой вылетел с таким грохотом, что немногие верили, что ей удастся вернуться на прежний уровень. Скажу себе, кстати, я верил отчаянно. И очень доволен, что получилось. И учитывая, что наши спортсменки в сборной в большинстве своем очень неплохо общаются, несмотря на какую-то невероятную конкуренцию на льду, кто знает, может быть, этот разговор по душам, если, конечно, он когда-нибудь состоится и поможет Лепницкой. Смотрите, какой великолепный тройной тулуп после акселя в 2.5. И ведь это уже на стыке первой и второй частей программ. Но в целом огрехов многовато, и первый флип оказался в недокруте. Кстати, вот обращает на себя внимание, что оба флипа, пусть даже оба с неудачными выездами, они исполнены с правильного внутреннего ребра. И здесь никаких придирок у технической бригады Крепницкой уже нет. Еще один недокрут на акселе 2.5 во втором каскаде. В общем, сложности по-прежнему остаются. Совсем не слышно тренера, к сожалению. Что-то там не ошибешься, я же тебе сказала, совсем не слышно. А Юля признается, что что-то не посчитала, по-видимому, вот как раз при второй флип, где она не присоединила еще один прыжок, соответственно, минус один каскад. Нет, не слышно. Ладно, как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Все поправимо. Спорт, в конце концов, не главная отрасль нашей жизни. Да, оценки невысокие. На втором сейчас месте. Вслед за Элизабет Турсенбаевой и Юлией Лепницкой. Идем дальше. Все вместе и продолжаем поддерживать наших спортсменов.